Добрый вечер. Я Алексей. В эфире 25-й выпуск программы «Гербы городов России». Она выходит по выходным. Наш город сегодня – это город Инта. Город Печерского угольного бассейна с населением более 70 тысяч человек, расположен в его южной части на реке Большая Инта. Возник и развивался вместе с освоением интинского месторождения энергетических углей, используемых в промышленности Петербурга, череповцы на транспорте. Разработка его началась в 1930-х ГГ. В самом начале 20 века появились известия о залежах угля на Инте. В 1924 году месторождение открыто вновь. В 1936 году в устье ручья угольного возник палаточный городок. Через два года он превращается в поселок с названием Рудник Большая Инта. Началось строительство шахт, и в конце 1941 года Рудник реорганизован в самостоятельную строительную организацию Интострой. В 1943 году отсюда отправлен первый эшелон с углем. Постепенно, одна за другой вводятся в эксплуатацию шахты рядом с которыми появляются сначала временные поселки с так хорошо знакомыми поколению 1930-1940-х ГГ. Бараками. К 1965 году закончилось формирование комбината Интауголь. Его среднесуточная добыча угля 23 тысячи тонн. К этому времени изменились методы работы в шахтах внедрены угольные комбайны и гидрофицированные очистные механизированные комплексы. Статус поселка Интастрой получил в 1940 году. Но как и другие шахтерские города, Инта не имеет компактной застройки. В его черту входят несколько самостоятельных поселков со своей инфраструктурой. В городе есть обогатительная фабрика, ТЭЦ, а также необходимые для функционирования города заводы. Железнодорожная станция Инта на линии Кинаша Воркута находится в 12 километрах от собственного города, но еще в 1942 году к первому поселку была проложена Випса. Дома города украшены национальным орнаментом северных народов. Летом в Инте много зелени. Хотя город и расположен на вечной мерзлоте, но здесь она не превышает 15-20 метров и температура вечно мерзлой толщи колеблется около 0 градусов Цельсия. В Инте работает филиал института Питчер Проект, который занимается проектированием промышленных объектов, общественных и жилых зданий, аэровокзалы, гостиницы, заводов и целые поселки. Точка. Герб города. В лазуревом щите с серебряной конечностью, идущий влево серебряный лень на фоне двух стилизованных черных горы сопровождаемой серебряной башней с серебряной же звездой стилизованным серебряным же северным сиянием. В вершине щита название Юрода серебром. Вам понравилось наше видео? Ставьте лайки, подписывайтесь на наш канал.